Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, давно не виделись, был перерыв, некоторые дела делались, но я вернулся, да, и скоро у нас Одиссея, в общем, контент пойдет. Так вот, сегодня будем с вами разговаривать по поводу АФК фарма материалов. АФК фарм, видос есть, сейчас будет подсказочка. АФК фарм на миссиях крыла, тоже у меня есть видос, подсказочка, но этот способ, можно сказать, похож, но кое-что мы еще к этому делу добавляем, и никаких сторонних программ, упаси бог, мы использовать, естественно, не будем. Все по старинке, ручками, клавомыши и так далее, все только лишь через игру, друзья. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, осмея контент. Поехали. Я вкратце пробегусь по фиту, который мы будем использовать, потому что, может быть, вы не перешли по ссылке, не посмотрели видео, а потом будете думать, как это сделать. В общем, нам нужен корабль, и желательно, ребята, использовать в этом деле небольшую четверку и небольшую тройку, а именно два корабля. Сейчас я объясню, почему. Нам нужен каттер и нам нужен Type-10 из-за его большого бака. Потому что у анаконды и у корвета 64 тут, а там 32 тонны. И это большая проблема, потому что расход там по 3-4 тонны у нас идет. И нам хватает, ну, на часов 10, а то и меньше топлива. И наш корабль потом, если не ошибаюсь, просто уничтожается, и все. Поэтому вообще не вариант. А вот каттер этот хорошо, и не нужно ставить дополнительный топливный бак, что развязывает нам руки в плане фита. А теперь касательно всего фита. Естественно, в гнезда мы ставим лазерное вооружение, в моем случае это пульсирующие лазеры с инженером на дальнобойное орудие. Две гаечки буквально, чтобы просто радиус полного урона был побольше, и она более, так сказать, хорошо стреляла. Также идем дальше. По внешнему оборудованию, естественно, это у нас будут все в щитах. Щиты 4 штуки на мультирезист. 4 штуки на раздувку. Подробный фит будет скинут внизу в описании под видео. И для всех 4 кораблей. Основное оборудование. Тут у нас силовая заинженеренная, потому что иначе просто, ну, никак это не впихнуть. Можно впихнуть, но будет меньше щита. Но щиты каттера тут реально их дофига. Да и щитов Type 10 вам тоже хватит за глаза. Это просто так, на всякий случай, чтобы было. Маневровые двигатели ставим, ну, маленькие. Можно D-класс, можно даже классом пониже поставить, чтобы меньше ела силовая. Наш корабль будет стоять на месте, короче. Рамочно-сместительный двигатель в моем случае заинженерен на дальность, потому что на этом корабле нужно будет долететь до этой точки. И вам советую делать так же. Система жизнеобеспечения стоит D-класса, потому что нам на это наплевать. Мы работаем через щиты. Распределитель питания лучше заинженерить на перезарядку, потому что во время стрельбы, когда у нас очень много лазеров, быстро уходит конденсатор. А сенсоры, они здесь просто стоят на облегчение, чтобы просто было. Вам это не обязательно. Дополнительное оборудование. Двухпоточный щитогенератор, и только исключительно он на термостойких щитах. И еще сверху гаечку на fast charge, чтобы быстрее регенилось. Далее, топливозаборник, чтобы долететь, либо вызывать туда корабль. И, внимание, грузовой стеллаж. Кстати, наверное, их местами поменяю. Грузовой стеллаж нам нужен для дронов и груза. Далее набор усилителей щита, сколько у вас влезет по фиту, и дроны. Только не Е-класса, а А-класса. Почему я взял Е? Потому что время работы дрона 300 секунд, чтобы просто, ну, вам было нагляднее, и мне не так долго ждать с зажатой клавишей. 300 секунд, это у нас примерно 5 минут, 720, это, если не ошибаюсь, 12. В общем, считаем то, что в 12 минут у нас уходит один дрон. В час у нас уходит, получается, 5 дронов. На 10 часов нам нужно 50 дронов, это понятно. И еще возьмите побольше груза, ну, грузовых стеллажей. Сейчас я объясню, зачем. Весь секрет в другом. Если вы видели видосы по поводу АФК фарма, то вы знаете, как это происходит. У нас нету никаких турелей точной обороны и прочего. Наш груз, который находится у нас, просто невозможно вытащить из нашего корабля. А все потому, что, друзья, он находится у нас не просто с рынка покупается, а именно берется с миссий. И такое дроны почему-то взломщики не берут, что странно. В общем, берем миссию, делаем корабль, так как я показал, рассказал и по примерам фитов, которые будут в описании. И, друзья, если хотите еще помимо этого заработать денежек, то сейчас еще раз будет подсказочка на эти два видео, друзья. По поводу миссии, ребят, лучше берите доставку крыла. Эта миссия просто будет дольше. Ну, берем там одну единицу. Нам этого вполне достаточно. Больше нам не нужно. Набираем дронов как следует, не забываем. И примерно рассчитываем количество дронов, которые нам необходимы. Но не забывайте то, что если ваш, так сказать, дрон... Как это правильно называется, я вечно забываю. Контроллер дроносборщика выпускает 2 дрона. То значит, нужно брать дронов в 2 раза больше. Поэтому
Третий контроллер лучше, конечно, поменять на первый. Об этом что-то я заранее не подумал. Самый худший я ставлю в данном случае. А вы будете ставить, ребята, внимание, первого А-класса. Один активный дрон. Отлично, хорошо. 5 дронов в час. Фух, собираем все это дело и вылетаем. А полетим мы в зону добычи. Низкая, средняя, высокая, в зависимости от вашего корабля. Закатор, могу сказать, он выживает совершенно везде, спокойно. За исключением того, то, что если вы сильно уменьшите свои щиты и у вас не будут фуловые резисты, высокая будет проблематично. На Type 10 Defender я бы особо не лез выше средней, потому что были стримы, тестировалось, смотрелось опасненько. Брать истребитель или нет, это... больше риторический вопрос, потому что его могут снести, а могут не снести. Мой стоял 2 часа, а потом его снесли. Один раз он стоял 4 часа, его не снесли. В общем, как повезет. Поэтому лучше вместо модуля ангара поставить лучше усилитель щита от стражей, друзья, чтобы, ну, так сказать, было поспокойнее. По прилету встаем где-нибудь, да где на самом деле хотите, но я обычно встаю там в метрах 500 километре от самой точки. Выпускаем наши орудийные гнезда, ребята, главный момент, то что не забудьте поставить режим турели в произвольную стрельбу. И, ну естественно, вывести их в огневые группы. Встаем и ждем пиратов, которые будут нас сканировать. Также не забываем про контроллер дроносборщик. В общем, стоим, ждем. В этот момент меня будут стрелять. А, вот сейчас уже и будут стрелять. А все потому, что у меня имеются как раз-таки товары с задания. И сейчас вы можете заметить, как у меня их не выбьют. Напоминаю, одна штука в наличии. И все. В общем, останавливаю корабль. Можно дать ему некое направление. Можно сделать это без включенного флай-ассиста, чтобы он сам крутился, и выключить маневровые. Но, ребята, ребята, не забывайте про то, что некоторые снаряды могут двигать ваш корабль, а это не очень приятно. Так, теперь, наверное, я эту часть перемотаю либо вырежу. Я запускаю дроносборщика. Когда пройдет 10 минут, вон наверху есть таймер. Он должен снова появиться. Я просто зажал и больше ничего. В это время сейчас меня будут бить, стрелять и так далее. Ну вот вы могли заметить то, что дрон автоматически запустился. Прошло, кстати, ну так как раз таки 5 минут, все остальное. Ну блин, ребят, что-то как-то тухленько здесь. Это все потому, что я не брал волшебные задания и так далее, но вариант рабочий. Еще не забывайте, что все это должно находиться рядом. Потому что в данном случае дрон у меня на какое расстояние работает? Ну, явно не на большое, не на такое, как это делает... более лучшая версия данного модуля. В данном случае это лишь 800 метров. А там, если не ошибаюсь, 1200 или 1250 у А-класса. Поэтому, ну, вариант рабочий. Ну вот давайте посмотрим на примере этого фердиланца. Я сделал релок, и он на меня налетел. Летает он на довольно большом расстоянии, но это временно. Они обычно отлетают, потом возвращаются. Если, конечно, он не хочет убежать. Все, стрелять по нему я уже не могу. Вот он у нас разворачивается и летит на меня. Если, конечно, сейчас полиция не заберет его до его прилета. Ну вот, блин, такое себе, кстати. Не, вариант рабочий. Нужно, чтобы корабли разваливались рядышком. А это проблема. Но это можно использовать. И, естественно, друзья, не забывайте то, что в высокой зоне, в средней будет больше пиратов. И убивать их будете более активно. И не забывайте то, что если вы берете еще волшебные задания, про которые я говорил в гайде по поводу АФК-фармы заработка миллиарда, то их еще становится больше, и они активнее к вам приходят, и никаких проблем у вас с этим не будет, друзья. Вам просто главное придумать, как вы будете зажимать клавишу, и за ленты прилип, чем тяжелое подложите, ну и так далее, и пожалуйста, фармьте, но ставьте, естественно, дронов А-класса в видосах, точнее в описании под видео,
где будут фиты, я это дело заменю на А-класс, друзья, чтобы у вас не было проблем. А так, в принципе, все то же самое. Берем, совмещаем это с АФК заработком на миссиях крыла, и получается очень хороший вид фарма, который еще принесет при этом вам промышленные материалы. А это приятно, потому что фармить их на высокоуровневых сигналах иногда просто бесит. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик в описании. Для вас я сделал целую подборочку плейлистов. Почти что все видосы, которые у меня есть по Elite Dangerous, уже структурированы. За исключением некоторых, которые будут вынесены просто отдельной ссылочкой под видео. Такие как быстрая прокачка ранга Империи, Федерация, станция, где можно купить все, если вы можете и ранг вам позволяет. Но туда не нужен доступ ранга элиты, как в Шинрарту. То есть просто прилетаете, покупаете то, что у вас открыто, но на 20% дороже, к сожалению. Но зато можно. И еще куча полезных видосов. Там гайд по майнингу, гайд по шахтерству, гайд по торговле, ну и так далее. Куча полезной инфы еще в виде лучшего старта для новичка, заработки там на пассажироперевозках постоянных, блин. Куча полезной инфы, так что чекайте описание. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео в день их релиза. В основном это сейчас происходит на Дискорде, там большая запарка, я пропустил в районе 42 видосов и все никак не могу дойти и выложить это дело в Телеграм. Фух, надеюсь, гайд вам был понятен, он будет для вас полезен, друзья. А на этом давайте прощаться, с вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.